На базе комплексного центра социального обслуживания населения с июля 2023 года реализуется проект «Профессиональная забота». Эта работа была организована благотворительным фондом «Солнечный город» при финансовой поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области. Подготовленные социальные няни помогают детям, имеющим инвалидность. Участниками проекта уже стали 10 семей Татарского района. Мы все понимаем, что ребенок с особенностями развития требует очень много внимания, заботы, уход. И родителям, да, это под силу, но иногда и родителям тоже нужна помощь в отдыхе, заняться своими какими-то делами, элементарно просто отдохнуть. Один из участников проекта – Тимур Уразалимов. Его семье комплексный центр социального обслуживания населения Татарского района помогает уже больше 10 лет. Мы ходили на реабилитацию в центр к психологу, к дефектологу, к массажисту, тогда еще там был массажист. Мы посещали сенсорную комнату, педагоги практически раз в полгода или раз там, в 3 месяца приезжали к нам в дом с какими-то занятиями для Тимура. Оказывают нам помощь не только ребенку, но и маме, как психологи, помогают там, с какими-то психологическими вопросами. Проект «Профессиональная забота» для семьи Уразалимовых стал настоящим подарком. Ведь теперь у них есть надежный помощник, благодаря которому родители могут больше времени уделять себе и другим делам. Когда мы зашли, я увидела Тимура, я просто смотрела его в глаза и видела его улыбку. Мне так стало приятно, что ну, вот этот вот маленький человечек, да, что я буду с ним работать, что я буду с ним общаться. Тимур меня очень многому чему научил. Я даже в какой-то момент переосмыслила свой смысл жизни. Ну, в принципе, мне этот проект очень много чего принес. Елена Михайловна вместе с Тимуром читает книжки, играет в настольные игры и занимается уроками. Все специалисты, занятые в проекте, изучили психологические и физические особенности развития детей с различными диагнозами. Социальные няни познакомились с этикетом и психологией общения в семье, а также научились находить общий язык с детьми и их родителями. А главное, стали для них настоящими друзьями. Няня для нас стала помощником, так как у меня освободилось время для себя, для семьи, потому что у меня есть второй ребенок, я могу заняться какими-то делами с ней, сходить погулять. Она мне стала другом. Для Тимура, для меня, для нашей семьи Елена Михайловна стала другом.